показывал одно деление у батареи. Сейчас подержал в тепле полной батареи. Что на улице холодно. Батарея замерзает. А такого нельзя сделать, чтобы фотографию сделал и в интернет раз, и чтобы она показала система, что это за растение такое. Нельзя так делать? Можно, если можно. Можно, да? Ты... Давай, Коля, иди. Сойдешь? Вот, смотри, что здесь получилось. Вот тебе на. Вот тут мы как раз и рыбачили, сюда подводили ее. Вон звезда, по камням смотрим, может быть. Это вот это мы можем поднимать, руководить выше неба. И здесь вода, которая туда напирает, чтобы не прорвало плотину, она уходит сюда. Уже несколько раз прорывалась у нас. Где-то подтекает, она размывает. И вон куда идет. Видишь, камнем обложили. Тут вот, вот вон идет. Это как раз парапеты. Прорвало. И вода может подниматься вот до этого. Вода со второго мостика течет вода. И все это загородили, чтобы коровы не попали сюда. Вот это мы ее слили, сюда растривали. Каждый раз вода. Вода это стихия. Вода кровь, она не вмещается. А теперь под нами вот здесь вот кусками лежит, а там доска. А вон она идет, и вон доски идут. Здесь, чтобы отсюда не пойдет, она туда не пошла, а вот здесь шла. И не промыла, а по доскам отправили туда. Представь себе, как это все сделали. И вот эти доски, там две, они поднимают уровень. Володя, а там еще третья доска. Тут никто не залез сюда, вытащите ее. Вытащите сюда, вон, киньте на ту сторону. Вот сюда, опустите, не ходи, вот здесь, уйди ко мне. Вот ее надо взять, узнать, какая она. Да просто она. Держи. А ну-ка примерь, какая она ширины. Ну маленькая. Вон туда ее опусти. Вертикально поставь. Вот так. И наклони на ту сторону. Да-да-да. Все. Вылазь оттуда. Вон она у нас, где видишь, камни. Так вода оттуда там промыть не может. Она ударится и вот сюда должна пойти. Оттуда. Упала, стояла. Какая работа проделана была. Когда прорвало, и Володя один это заделал, я по сей день не могу понять, как. Откуда землю брала. Выходит. Слава Богу, давайте помолимся. Оля, мы будем молиться. Давай Агафья с нами. Агафья Карпова. Боже, слава тебе. Господи, хвала тебе. Мы умоляли тебя, Господи, сохранить наш труд от злых и негодных людей, от скота и зверей. И мы видим все в целости. Милость Твоя велика, Господи, сохрани и дальше все, и пошли нам добрую рыбу. И люди, которые будут здесь, да будут благословенны. И сохрани это от земли, скота и много людей. Будь милостивым Тебе, единому вечному Богу. Хвала и слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Чтобы не пошло. Видишь, каким слоем, сколько свай забито. Это только смотреть. А ты вот все это забей, сделай ее, выруби, осмоли, привези, забей. А потом от этого все идет с соломой вместе делают. Тут как саман. Вот она, маска, уходит. Что интересно, бобер грозет здесь, а здесь не трогает. Не нравится что-то? Конечно.
Тоже ему не нравится. А вот смотри, я тебе дам. Подними вот эту палочку. Что она? Почему такой вид? Клин. Ну, клин, как его сделали? Топором рубили или как? Ну, похоже, что он сколот. Да. Ну, поставили вот так деревяшку и рубанули. Еще дальше получится. Никогда нет, не можно деревянным никогда, клином. Не, никогда не отрубить. И так, во-первых, если рубить, то только отсюда. Пилили, да? А-а-а. Никак. Это потому пилой что... механической. Потому и стиливает, что... когда сваи делает. С четырех сторон вот такие вырывает, она получается тогда острый, тогда забивает. Ну, да. Вот городской житель-то. Не хвалишь, что ты в городе нет. живешь. Ты на хлебник. Ну, здесь по... По волокнам можно не, сколоть. Не по волокнам, потому что, поэтому, да? Да, конечно. По волокнам-то оно ровно. А вот оно, видно, вот оно. Ну, здесь это топор, здесь это нет, топором. Нет, ну это же идем. Так можно топором. Это топором, ну это да. маленькую можно там где-то. А это нет, это большая. Рук не хватит. Надо вот сюда где-то выйти, где нам выйти. Ты подожди. Немного на ноги наберем. Давайте взять. Вон там поднимайтесь, вон за Игнатьевичем. Вот смотри, сколько под ногами. Вот это пилили. Ну тут таких полно. Пока охотники придут, они сразу все. Ноги выпираются. Вот об край деревяшки хорошо. На рыбалку, чтобы проехать, они там сделали. Сделали наклон и проехали. Вот сколько, смотри, сколько сила. Видишь? Вот они подряд. Это пилой. Вот она видно, свет даже. Да, ну. Так, поехали. Кто повезет. Сразу на рыбку пили. Да гайки бежит прям. Встречает. Не, ну похоже же, нет? Вот она недавно только, трава-то вся пылявшая. Ну да. Еще они проехали, нет? Там какие-то доски лежат еще. А там не было? Не было. Где-то они взяли доски. Мы даже не знаем. Не наши ли доски? Смотри сколько. Гляди. А ну дальше, видно, не проехали. Там не видно следа. Неужели тут проезжает кто-то? Ну если типа Нивы, то она проходимая. Это даже... Очень похоже на наши доски. Здесь надо будет все это убрать отсюда, чтобы следа не было. Это явно наши. Это жерди наши. Тут нигде таких жердей нету. Тут это... Это где-то они выламывали и привезли и сюда. Решиться, что тут приезжать вообще. Смотри, где же разлом-то? Где они могли взять эти жерди? Они могут вам дамбу размонтировать, доски положить и здесь ехать. С дамбы прям могут поганичать. Ну откуда, где доски-то? Где-то у нас там запасные были. Там могли взять. Сломанные, отломанные. Ну, вот эта доска, где она там была? В каком месте? Не знаю, но... Сбоку прибитые, они там отрывались, все доски, может, вон они, видите, нету их, нету. Нету. Если их, может, пришурупить, это значит, вот так. Это им позволено делать. И там расстреляли, а тут убрали. Ну что, благословение на них просить? Дальше все разбирали. Это надо стянуть шурупами, наверное. Не. Это один день вот приехать, один раз проехать, и это жерди были, которые перила были, все разломали. Это люди. Они же знают, далеко здесь, и мы это делали, сохранить. Тут ни уток, никого не было. А теперь утки все есть. И там, смотри, сколько натаскали. Но, видимо, не проехали. Они, видимо, сунулись, наверное, а? Может, даже застряли, может, или что, я не знаю. Не знаю. Тут надо прокопать траншею, чтобы точно не это. Чтобы они ушли безвозвратно. Ну, чтобы вообще не совались даже. Да, пусть будут благословенны и приедут еще раз с нами познакомиться. Вот это дело. И чтобы этого не делали. Восстановили то, что есть. Вот откуда. Они оторвали вот стенку и перила.
там палки одни остались. Ты посмотри, Володя, засними это все. Да. Показатель. Да, я вижу. Кстати, тут можно три столба загнать или четыре. Воды бы не было, они бы не приехали, ни одной утки не было. А то журавли, аисты, утки, еще гуси даже, видать, останавливаются. Можно четыре столба загнать туда. Вот они, смотри. Вот они, видимо, заехали. Ага. Вот они заезжали, а вот выезжали. Да. Вот они обратно выезжали. Выход. Почему тут так? Все было напрасно. Вячеслав спрашивает, почему такая трава там? Я объяснил. Тут ничего нету. Там ничего нету? Ничего нету, пусто. Я говорю, почему? Ничего нету. Пусто. Сегодня пусто. А до этого могло быть и пусто.